москвичи. Ля-ля-ля-ля-ля. До свидания. О, звук пошел. Алло. Здравствуйте. Видно нас? Слышно нас? Меня похоронили. А вот и колобок. Так, такой нервный смех. Только когда мы тебя выкатим отсюда. Готово? Друзья, извините за задержку, у нас были проблемы с интернетом, надеюсь, что все будет хорошо сейчас. На всякий случай я повторю, даже если уже что-то было слышно. Итак, сегодня событие для нас необычное, даже пока что оно еще уникальное, надеемся, что оно все же не последнее такое, потому что сегодня мы впервые открываем онлайн-выставку. Онлайн-выставка — это вообще для нас пока еще не совсем понятный зверь. Вот она, прекрасная выставка висит. Везде. И мы сейчас будем пытаться про нее рассказывать. Авторы, внимание, Роман Якимов, Майя Ашинянц. Да, это одно семейство, ein Haushalt, внимание. Им можно стоять рядом без масок. Майя — художница и график. Графиня. Рома — фотограф-художник, театральный фотограф. Оба они, наверное, многим из вас известны. В Берлине это достаточно известные уже личности, художники, много выставлявшиеся. Но сегодня им придется все равно немножко рассказать о себе. Не сразу, спокойно, разогреваемся. Выставка называется «Зал ожидания». Выставка о еврейском кладбище в Вайсензее. Это восток Берлина. Кладбище очень много лет, оно открылось в 1880, по-моему, году, 81-м, возможно. Тогда еврейская жизнь здесь еще расцветала только, потом она цвела вовсю. Потом все мы знаем, что с ней происходило, и совершенно загадочным образом это кладбище не было закрыто и даже не было осквернено. То есть его просто не трогали. Там был такой оазис маленький, закрытый, тайный, но еврейской жизни. И, как ни странно, это происходило и потом. То есть когда уже у власти фашисты ушли, и пришли к власти коммунисты, и, по идее, тоже еврейское кладбище должно было бы закрыться или хотя бы что-то должно с ними произойти. Представляете, 40 гектаров в черте города. Все так же оно продолжало дичать, и там тоже происходили интересные вещи. Да и сейчас, в принципе, мало что изменилось. Но, наверное, ребята могут рассказать гораздо больше, чем я, об этом. Вот как раз я уже вижу скептический взгляд, то есть что-то изменилось. В 2011 году об этом кладбище был снят фильм. Угу, документальный фильм. Ангела Вауэр, да? Да, или Андреа Вауэр. Я сейчас вот не могу даже вспомнить. Прекрасный, интересный фильм. И он был снят примерно тогда, когда вы, по-моему, там впервые появились. Там чуть-чуть позже, на год. Да. Он как раз в 2014, по-моему, году попал на Берлинале и получил там даже приз. И в 2014 году, собственно, мы переехали. Да. Окей. Но... То есть чуть-чуть, на пару лет позже. Но вот я попала на это кладбище в 90-е, в начале 90-х впервые. И это был совершенно вот такой джунгли. Это были джунгли в черте города. Такое было впечатление, по-моему, не только у меня. Я потом как раз в этом же фильме такое же определение слышала уже. Какое у вас было впечатление, когда вы туда в первый раз попали? Что произошло с вами? Как? Ну, когда мы первый раз туда попали, по-моему, дней через 5 после того, как переехали. Давай немножко отойдем. То есть мы открывали для себя наш район, Вайсензей, Компанистенфюртель, и пошли просто по указателю на это кладбище. И на самом деле та часть, которая близка к входу, она сейчас более или менее расчищена. Что довольно много всего сделано, и дорожки освобождены, и очищены от плюща многие могилы. Но чем глубже погружаешься как бы в эту территорию, чем глубже к
к центру и дальше к улице Индиры Ганди, да, тем больше это все, конечно, напоминает джунгли. Да, так и есть. Вот. Очень много работ произошло за последние 3 года. Мы там постоянно гуляем, снимаем. Но, конечно, ну, таким, как оно было вскоре после открытия, оно, конечно, не станет никогда. То есть это уже лес, на самом деле. И расчищать его, как очищать все, приводить к изначальному состоянию, это просто преступление, и мне кажется, никто этого делать не будет. Но, насколько я знаю, несмотря на проекты, которые расчищают отдельные какие-то там части и объекты, они не ставят такой цели. И, насколько я понимаю, еврейские кладбища, они делятся как раз на ухоженные, такие, которые совсем практически без растительности, особенно в Израиле, с камнями и типичными вот этими еврейскими всеми делами. И вот такие заросшие в Европе такие кладбища не только здесь, не только в Германии есть. Но, может быть, единственное, это, насколько я знаю, самое большое действующее кладбище в Европе еврейское. Да. Дело в том еще, что ну, вот это надо понимать, и, собственно, об этом отчасти наша выставка, о том, что еврейское кладбище – это навечно. Да? То есть никаких перезахоронений. Этого просто не может быть. Да? Если вот еврейское кладбище в этом состоянии, да, то оно и пребудет в этом состоянии, потому что нет семей, как бы, да, после войны не осталось семей, которые могут следить за могилами. Вот, то есть огромное количество могил просто заброшены, за ними некому следить, по сути. Ну и плюс, ну или не плюс, не минус, а именно сам аспект, что евреи хоронят навсегда. То есть там не бывает такого, что на это место потом будет кто-то через 25 лет другой прикопан. Да, из другой семьи не да. может такого быть. Да, да, именно так. Угу. А кто первый начал? Ну понятно, наверное, ты начал первый фотографировать. Да, я начал фотографировать. Сразу, наверное. Я не могу себе представить. Ну, практически да. Тут даже есть, наверное, некоторое количество фотографий, которые были сделаны в первую прогулку. А ты помнишь, какие? Да, помню. Покажешь? Вот это была сделана в первую прогулку фотография. Угу. Плющ. Да, и камень, точно, совершенно. Вот это тоже, да. Первые и любимые? Ну, тут нет как бы совсем любимых. Тут дело в том, что это очень большой цикл, из которого здесь представлено совсем немного работ. Вот, он существует в каком-то уже законченном состоянии, и там порядка 200 фотографий. Mm-hmm. Вот, это относительно небольшая выборка из него. Да, трудно было бы развеситься здесь вот всем 200 все-таки сложно. И никакого смысла в этом на самом деле тоже нету, потому что трудно смотреть 200 фотографий, да, вообще. Но я все равно сейчас про развеску скажу. Дело в том, что мы еще чем гордимся сейчас и радуемся. У нас в Панде сейчас новая система развески, у нас произошел ремонт. Несмотря на все сложности и трудности, с которыми мы сейчас сталкиваемся, у Панды сейчас совсем непростое время, как и у многих из вас, из нас. У нас сейчас, видите, какая прекрасная штука повешена. Она везде, то есть такие решетки, они везде по всем стенкам, и мы можем сейчас развешивать гораздо удобнее и профессиональнее все. Плюс у нас новое освещение, профессиональное, выставочное. Мы радуемся очень и гордимся. Вот. А теперь возвращаясь к картинкам. На самом деле, вот это вот то, что сверху, у меня сразу ощущение переклички идет с картинами, которые внизу, с фотографиями Роминами, а сверху Майна работа. Ее можно сейчас показать как-то? Это свитки. То, что мы видели в начале, маленький фильм был на минуту, когда вот такой свиточек, сразу вызывающий ассоциации с Торой, вертелся. Это так было задумано? Это произошло случайно? Ну, отчасти. Дома нашелся ролик бумаги, и который некуда было, совершенно некуда было приспособить. В смысле, много бумаги, и непонятно, как использовать, потому что она такая длинная. И как раз, поскольку мы делали этот проект, я подумала, что лучшее, что может быть на этой бумаге, это бесконечный хвост плюща. А сколько бесконечный хвост метров?
Смотри, я перестала рисовать, вот когда оставалось совсем чуть-чуть. Там остался, может быть, метр примерно белой бумаги. А все остальное, да. Там метров 8. А повертеть можно? К сожалению, он зафиксирован, иначе это все не держится. Понимаю. Поэтому. Но потом, когда будем снимать, поверчу. Да, да, конечно. Ага. Ну, в общем, да. Тогда вот идите сюда. Давай. И я подумала, что лучшее, что можно на этом листе нарисовать, это бесконечные вот эти тянущиеся плети плюща. А потом, пока я ее рисовала, я поняла, что вообще в ней есть совсем другой смысл, не тот, который я ожидала. Ну, то есть он сам как-то возник. Потому что это получилась история про память. Потому что я один раз посмотрела на то, как выглядят листья плюща. И более-менее с натуры, большей частью все-таки по памяти, нарисовала первый метр. А технология такова, что ты ну, на ширину стола ее можно раскатать, а дальше надо подождать, пока высохнет. Потому что иначе нельзя. Приходи, у нас стол широкий. Спасибо. Ну, у вас будет 2, но не 8. А потом надо подождать, пока высохнет. Значит, дальше я вот вытаскиваю следующий на метр. Кусок бумаги, и на нем рисуешь, опять ждешь. То есть это такая работа очень размеренная. Нельзя сесть и за один раз так жжих. А ты больше, подожди, в перерывах ты на плющ не смотрела. И больше я на плющ не смотрела, ага. Именно. Ты заметь, мы об этом заранее не говорили. Это мы вот только сейчас все поняли. Класс. И больше я на плющ не смотрела. И как, чем дальше я это рисовала, каждый раз глядя, может быть, на последние пару листиков, которые были видны, я специально не смотрела на начало. Чтобы эти листья менялись, остается что-то основное. Это как? Последние это метры. Да, это последние. И вот можно даже отследить, как меняются листики даже отсюда здесь. Сюда. Меняются. Меняются. Какой-то, понятно, что появился прием движения, штрих руки, кисточкой. Потому что к восьмому метру уже, в общем, это довольно автоматическое занятие. Я вижу, вот перекличку есть. Буковки, циферки, вот перекликаются листики вверх, вниз. У вас есть какая-то задумка? То есть я понимаю прекрасно, что вы развешивали, исходя из данности помещения, но, безусловно, у вас был еще какой-то посыл. Рома начал первый снимать. Он первый начал, да. Я не виноват. Я свой проект все-таки делала уже как в смысле, что это вот наш совместный проект. Я, конечно, смотрела на Ромины фотографии. И где-то я специально на них отвечаю, а где-то нет. А ты фотографировал? Есть тут что-то, что ты фотографировал после того, как Майк начала рисовать? Тут нету. Тут нету. Но зато в природе есть. Да. Нет, там очень, очень тоже интересная история, потому что в какой-то момент мы разговаривали с Майкой про это кладбище, да, и мы вырулили вот на эту тему того, как появляется... как новая еврейская община города Берлина, как она проявляется в вот этом вот кладбищенском участке. Да? То есть старое кладбище Вайсензе – это отражение старого Берлина. Это очень четко видно, да? Что откуда. Да? От домов к камням – это очень видно. И сейчас точно так же там производится захоронение людей из нынешней еврейской общины, и очень хорошо видно, как происхождение этой самой общины отражается на участке кладбища, да, где производятся эти захоронения. И есть еще одна серия небольшая, которую вот мы сделали в последнее время. Вот, и, но, к сожалению, я сюда не стал помещать эти снимки, они уже новая какая-то ветка этой истории. Вот. Но мы продолжаем с ней работать. Это надолго. А сформулировать отличие этих участков как-то еще более конкретно можно или сложно? Ты знаешь, у меня в голове оно... Дело в том, что мои родные, они лежат на Востряковском кладбище в Москве. Вот. И вот это вот... Этот участок кладбища Вайсензе, он очень похож на Востряковское кладбище. Вот, то есть, мне кажется, что форма этих камней совершенно нетипична для Германии. Да? Для еврейского кладбища, конечно, совершенно нетипичны цветы.
нетипичных фотографий, это там есть. И на Востряковском тоже. И на Востряковском тоже. Ну, так это, наверное, переносит это... как раз русскоязычная публика, это та самая вот культура, ну, советского, постсоветского еврейства, она очень трогательная и родная для нас, естественно. Это называется фьюжн. Ну... Ну да, смесь. Не знаю, как это называется. Вот. Но когда это, смешиваются стили. Да, да, но, mm-hmm. но это для нас родное, но, скажем так, на кладбище Вайсензе местами это немножко выглядит как, ну, вот такой Груневальд, да, и в Груневальд перенесли дачки 6 соток вот наши, да, вот эти вот самостройные такие. Вот. Это совершенно удивительное зрелище, но вот оно есть такое, да. Но я, когда там бываю, у меня ощущение, мне бы хотелось быть там похороненной, что, похоже, совершенно исключено, потому что там могут быть похоронены только члены общины. Ну, никогда не поздно вообще вступить в еврейскую общину. Такая тихая подспудная реклама, знаешь, минутка рекламы. Да. Нет, на самом деле это совершенно очевидное, в общем-то, желание. Мне и, ну, для нас, у нас дом стоит буквально в 200 метрах. Вот, от кладбища, и, ну, на самом деле это совершенно удивительное ощущение, когда, я его очень хорошо помню, когда мы попали туда первый раз, и всякий раз, у нас появились там какие-то любимые маршруты, да, у нас вообще, чем дальше мы его исследуем, да, как-то, это не в том смысле исследование, как научное исследование, да, а исследование в смысле, вот ты ходишь, наблюдаешь, да, о чем ты думаешь. Во-первых, тем больше мы обнаруживаем всего нового там. Это удивительно совершенно. Но оно бесконечное абсолютно. Вот. И, ну, как-то это становится таким родным местом, да. И это очень такое важное для меня, да, ощущение, что... Ты что-то делаешь об этом месте, да? Ну вот, собственно. А вот теперь настал тот самый момент, когда я спрошу вас, вот вы переехали, у вас были какие-то, ну не знаю, вы росли в Москве, вы говорили на русском языке и были совершенно вписаны в ту реальность. Вы переезжаете в другой город, попадаете на кладбище, которое кусками перекликается. А я сейчас слышу себя, да? Окей. Перекликается с московской вашей реальностью. Что происходит с вашим самоощущением? Как вы реализовываете это здесь? Как вы, не знаю, ощущаете себя здесь? И в творческом плане тоже это важно. Ну и немножко расскажите о себе. Вот. Подлый вопрос. Ну, я же обещала, что задам. И ты не запрещала. На самом... А вот Рому не спросили. В смысле, Рому спросили, расскажите себе, но заранее не спросили, можно ли. На самом деле это же здорово, когда ты ходишь по городу, не только по кладбищу, но вообще по городу, и встречаешь что-то, что тебе отзывается как родное, знакомое и свое. Мы много... Как-то так получилось, что когда мы только переехали, к нам чаще приезжали, ну, чаще приезжали друзья из России, не только из Москвы. И вот мы водили их по городу и показывали им какие-то свои любимые места, и все видели свой родной город где-нибудь в каком-нибудь углу, говорили: «О, это же Питер! О, это же, вот вы смотрели, наши черемушки», ну и так далее. Московский проспект, вон, который стали на аллее. Да, это факт. Факт. И это, на самом деле, это очень здоровское чувство, когда ты свои любимые места, не обязательно московские, просто что-то, что тебе отзывается, находишь в городе. И на этом кладбище Вайсензе, конечно, тоже. Рома вот вспоминает Востряковку, а я вспоминаю немецкое кладбище, на котором мои в Москве, и оно действительно немецкое. Это... У тебя немецкие предки? Нет, у меня не немецкие предки, но так сложилось, что моих хранили на... Ну, бывшее, оно даже не называется уже немецким. Да. Это Лефортово, где Петр поселил немцев, они там образовалось их лютеранское немецкое кладбище, которое давно, естественно, уже не лютеранское, не немецкое. Но там старые памятники, которые примерно такие, как вот старая часть Вайсензе, потому что эти люди, которых хранили в Вайсензе изначально, они, конечно, приносили туда вот эту вот формы
захоронений, свойственные тому времени всей, ну, не всей, наверное, но Германии того времени, а не, они не еврейской общине того времени, например, украинской. Отобрал. Нет, отобрал. Да, извини, отобрал. Просто это вот тоже очень важный момент, потому что на самом деле еврейское кладбище Вайсензе, могилы, оформление могил, надгробные камни эпохи Грюндерства, они, конечно, абсолютно не похожи вообще на, ну, еврейские камни, как бы на обычных еврейских кладбищах. Да? Это совершенно поразительная история, потому что... Люди, конечно, с очень-очень большими деньгами, с очень, ну, местами изысканным, местами довольно вульгарными вкусами, да, они строили удивительно помпезные и, в общем-то, очень нееврейские конструкции. Но да, совершенно арнувошные. Не напоминает случайно 90-е годы и кладбище в России вдруг? Ну, в какой-то степени. Хотя бы перекличка, я имею в виду не внешним. В смысле, да, в смысле... Посыла. Показать, что мы можем, да. Да, конечно. Это называется понты. В общем, да. Грюндерские и 90-е. Знаешь, через 120 лет они уже кажутся милыми. Ну вот, слушай, это... И отсутствие вот этой вот налета, этой бандитской эстетики тоже очень помогает воспринимать. Ну тоже же милые, на самом деле, если издалека. Да, поскольку это самое... Ой! Ничего. Не-не-не, ты говори. Я просто хотела сказать то, что нам очевидно, потому что мы в эту тему так нырнули с Ромой, а для людей, которые про это все впервые слышат, не очевидно. Есть в Берлине между войнами было, в общем, по сути, две большие народности, которые обе назывались евреями, которые друг к другу имели довольно мало отношения. Это та еврейская община, которая здесь была и до Первой мировой войны, и те люди, которые бежали с Востока во время Первой мировой и после нее. И это были представители, в общем, очень различающихся культур. Они все говорили на идыше, их идыш был, в общем, не совсем одинаковый. И... Он был разный, даже, то есть это разница была более чем диалектальная, то есть еще больше была разбивка. Ну, тем не менее, это то и то считается идышем, то есть это не разница, как между ашкеназами и сефардами, но, да. но это заметная разница, это разница культурная, и это разница в культуре захоронений в частности. Угу. И, насколько я понимаю, общины, которые, пока все было можно, они, в общем, в общине не очень встречались. Эти самые польские, украинские, белорусские, в общем, восточные европейские евреи собирались в свои общины, в свои синагоги, а в старых общинах были местные, и они, в общем, мало встречались. Тем не менее, на кладбище... Они встречались все же. Они встречались не очень. Первое время нет. Но когда начались ограничения для евреев, в том числе связанные с тем, где евреев можно похоронить, они начали встречаться на Вайсензее, потому что это то кладбище, которое оставалось открытым все 12 лет нацистского времени. Потому что даже нацисты понимали, что надо трупы куда-то закапывать. И поэтому они там встречались. И все-таки, когда у людей, у родственников была возможность, они все-таки пытались, ну, хоть как-то этот надгробный камень оформить. И вот эстетика, которую они приносили с собой, она видна на камнях. Там есть как бы три больших пласта. Это, ну, эпоха Грюндерства условно. Угу. Чуть-чуть, слегка, иногда такое польское влияние, немножко, но очень чуть-чуть. У них не было денег. А если у них были деньги, то они очень хотели интегрироваться, они не хотели с собой тащить весь этот груз того, от чего они, в общем, убежали. Штетла, да. И советские люди, приехавшие из Советского Союза. И вот это все создает такой слоеный пирог. Там есть еще один важнейший пласт. Ну, это, собственно, сердце кладбища Вайсензе, как я считаю, это захоронение евреев, которые участвовали в Первой мировой войне, захоронение солдат и офицеров. 12 тысяч могил. Да, это на самом деле тоже очень интересно, потому что оно оформлено... После войны, собственно, кайзер Вильгельм II, он решил, что память о погибших в Первой мировой войне должна быть увековечена совершенно особенным образом. Да? То есть он предложил избавиться от пышности
сделать все регулярно, одинаково, по линеечке. Вот. И в итоге вот в центре кладбища Вайсензе находится такое военное захоронение, очень стройное, очень распланированное. В общем, это такая вот удивительная вещь. Вот это вот еще один очень важный слой. Он важный, потому что нельзя, вот невозможно не задумываться, да, над этим вот парадоксом, что после Первой мировой войны было много почестей, да, и для заслуженных почестей. Заслуженных, то есть люди отдали жизнь, да, за отечество свое, да, за Германию. И буквально вот проходит 20 лет, и, ну, даже меньше, да, ну, почти. И ты понимаешь, что, ну вот, да, вот, вот те люди, которые умерли за свою страну, Германию, да, они были, по сути, счастливы, потому что их эта страна не предала, не успела, да. Вот, а буквально там, ну, я не знаю, я всегда вот иду, когда читаешь даты на камнях, и думаешь, вот 36-й год, человек умер в 36-м году, он гораздо, наверное, счастливее, чем те, кто потом попали в концлагеря, да, ну вот как-то. И вот и та, думаешь тоже про солдат, которые погибли в Первой мировой, что, ну вот они погибли за эту страну, да, а их детей потом отправляли тоже в концлагеря, не учитывая никакие, естественно, заслуги родителей и так далее. Ну, да. Учитывали только другие заслуги родителей. Я хотела вернуться к тому, что ты сказал. Ты сказала, что кладбище не закрыли, потому что иначе негде было бы хоронить евреев. Это одна из причин, безусловно, но гипотез там очень много. И гипотезы совершенно разные. Есть просто не успели, вот за те 12 лет все не успели освоить. Но, с другой стороны, 40 гектаров не трогать, чтобы похоронить тех нескольких евреев там. Это все же странно. А очень интересная есть гипотеза, что там дух кладбища находился, и поэтому фашисты туда не заходили, они боялись этого кладбища. Вы слышали об этом? Нет, про дух кладбища я не слышала, но учитывая, какие удивительные теории жили и процветали в нацистское время, я готова в это поверить. Ну, похоже, что в ГДР-то нет? Тоже уже никто не заходил, поэтому, теория жила. Не совсем. В ГДР, во-первых, это неправда насчет того, что не заходили, если я правильно понимаю, где-то в конце 70-х годов, они настолько заходили, что они образовывали такие комсомольские отряды, которые приходили, расчищали кладбище и приводили его в сколь-нибудь пристойный вид. Там проводились субботники. Это, ну, я, да, знаю, я даже знаю людей, которые участвовали. Ну, тем более. Кстати, а вы знакомились? Не буду, подожди, сейчас сначала на это. Сначала на этот ответ, вопрос, пожалуйста, отвечайте. Извините, следующий. Кроме того, да, была же история. Вот то самое место, где сейчас свободное для нынешних захоронений, оно стало свободным, потому что там была какая-то смутная история с землеотводом, и эта земля не полностью принадлежала общине, и они на всякий случай там не хоронили. А потом где-то в 60-е годы ГДРовские власти решили, что им остро не хватает автобана в этом месте. А, да, эта история тоже знаменитая. И, в общем, наверное, да, тут можно верить, что вмешался дух кладбища, потому что, конечно, еврейские общины взбунтовались, и западные еврейские общины, и все, в общем, громко кричали, что не надо этого делать, пожалуйста. Вот, но коммунистов уже такой ерундой не перешибешь. Но вот, тем не менее, так или иначе, план как-то сам собой в результате рассосался. И как-то и автобана там все еще нет. Автобана там нет и не будет уже теперь точно, потому что в результате община получила полные права на эту землю, и теперь там, собственно, можно хоронить, чем они и занимаются. То есть уже теперь так просто. И вот тут немножко, может быть, связанный вопрос. Помимо того, что вы ходили и ходите на кладбище, помимо того, что у вас связь с ним самим случилась и продолжается,
Успели ли вы за это время с кем-то познакомиться, связались вы с кем-то, там, не знаю, с представителями той же самой общины или с активистами, там есть орнитологи, там, я знаю, что туда ходили какие-то андеграундные группы, туда ходят какие-то эзотерические тоже кружки. Ну, есть много информации на самом деле об этом. Ну, во-первых, одноклассник нашего ребенка живет на кладбище. Вот в том самом доме? Вот в этом самом доме. Если ты смотрела фильм, я видела младенца. Вот этот самый младенец вырос и учился с нашим мальчиком в одной школе, в одном классе. И учится дальше. Ну, они уже в гимназии, уже нет, они в Груншуле, в начальной школе они учились вместе. Вот, мало того, мы как-то пользовались их любезностью, потому что кладбище закрывается часов 5. Оно очень рано закрывается, зимой еще раньше. Да, и они, конечно, там следят за тем, чтобы у них слишком много народу не оставалось, но, в общем, у тебя все шансы оказаться на запертом кладбище, около единственного выхода. Вот, и на наше счастье мы пришли и там подпрыгивали возле ворота, думали, что, собственно, делать. На наше счастье брат этого одноклассника вернулся домой, позвонил снаружи в дверь, и мама ему открыла, мы, соответственно, выскочили. Телефон взяли на будущее? Нет, я теперь знаю, где у них на доме звонок, если да, в следующий раз застрянем. Там есть куда. Там снимать, просится. Например, закатное солнце и так далее. Это ну вот, да. Все может быть только, связано. Только летом. Только летом. А летом оно поздно заходит. Нет, точно, наоборот, только зимой. Да, только зимой. Да. Да, нам, по-моему, пора переходить уже опять в сторону картинок. Давайте. Пошли же. Все вот здесь, вот, то есть мы уже поговорили про свиток, а здесь все прикреплено на такие доски. И доски прямо вот натуральные, живые, родные, кривые где-то. Как это, почему? Это только способ развески или есть в этом какой-то глубинный посыл? Не, ну, конечно, глубинный посыл. Не, ну, это как бы всегда история такая, что ты, когда делаешь выставку, ты все-таки держишь место в голове. Вот, тем более, что мы уже делали в Панде выставку. Вот, и... Но другую, да. И как бы, ну, я думал о том, как, во-первых, проблема в том, как разместить, все-таки это довольно большая должна была быть линейка. Вот. Ну, проблема в том, как ее разместить. Вот. Когда я понял, что это надо сделать какую-то ленту, я стал думать, из чего сделать эту ленту. Вспомнил, что у меня в подвале лежат доски. Ну вот, да, мы их покрасили. Жизнь подсказала решение. Нет, можно было еще несколько решений, тоже очень, я бы сказал, изящных. Вот. Но я выбрал наиболее как бы простое. Оно прекрасное совершенно. Пойдем дальше, потому что мы все время стоим здесь, а ведь пойдем. Выставка больше. И вот здесь, например, я даже еще не успела рассмотреть такую переплетающуюся вязь и буквы. Что это? Что это? Это надпись на иврите, которую я не знаю. То есть которая... ты не знаешь, что Нет, я знаю, что написано, я верю переводчикам. Хорошо, расскажи же. Там написано «Все проходит», ровно то, что написано было на кольце Соломона. Заплетенные, а цветочки, которые там видны, я их приблизительно, ну, творчески доработав, срисовала с одного из надгробных камней. Потому что идея была про то, что все проходит, но ничего не проходит. И это как раз относится к камням, которые на этом кладбище умудрились как раз пройти, стереться. Да. То есть надписи, да, на камнях стерлись, а в архивах, Рома мне рассказывал, если можно, расскажи сейчас еще раз, в архивах, то есть бумага сохранила... Да, память, да, да. А камни стерлись, это так удивительно. Это совершенно вообще уникальная история, да. Я, честно говоря, не знаю вот этой истории, как именно сохранился весь архив кладбища в полном составе. Вот, однако он сохранился. Вот, и, собственно, то, с чего начиналась как бы моя фотографическая серия, посвященная этому кладбищу, она начиналась с гибели букв, потому что я увидел, как буквы гибнут в результате
ну, каких-то мелких актов вандализма, например, когда отковыривают буквы, которые были сделаны из металла и держались в камне благодаря штырькам. Да? Вот это можно показать здесь. Чуть-чуть я разверну, нужно да, смотреть сюда. Да, хорошо. Это можно показать здесь. Здесь есть просто картинка об этом. Вот она. Угу. Вот. Димка, а ты сможешь ее показать? Это наш оператор. Да. А уже сейчас ее сейчас покажут другие операторы. Да. Вот тут видны остатки даже тени как бы от букв, да, и остатки штырьков. Угу. Вот. Такие единички. Да, остались эти трогательные единички, но я думаю, что это они остались по воле как бы вандалов, видимо, им единичек больше было не надо. Не знаю. Ты думаешь? Мне кажется, да, мне кажется, это... На других могилах не единички оставались. Да, на этом камне вообще остались только единички, из букв больше ничего не осталось. Интересно. Вот. Здесь вот видно тоже, как гибнет камень в результате выстрелов. Я думаю, что это было как раз сделано во время войны. Вот, вряд ли позже стреляли в камень, да? Здесь осколок шрапнели тоже. Это, скорее всего, просто в камень попали осколки во время обстрела. Да. Обстрела, то есть на самом-то кладбище, насколько я знаю, никаких боев не было? Нет, никаких боев не было, но что-то прилетало просто. Конечно. Вот. Ну вот тоже. Вот. То есть изначально история была вообще про гибель букв. Да? Вот. И этой истории тоже очень много. Вот. Я вижу совершенно вот тут. Да, и, собственно, отчасти и Майкина история про буквы. Вот, отчасти и про поэтому. Цифры, и про буквы. А про вот тут наверху про серию работ ты можешь рассказать немножко? Только повернуться лицом. Да, разумеется. Я что-то хотела сказать. Давай про буквы начни. На самом деле это все одна история. Вот та надпись, про которую я начала, и то, что у меня над головой. И мы не договорили, отвлеклись, два слова про ту картинку, которая отвечает. Она, там просто заросли такие, Рома нашел, которые заплетаются примерно как те розы на могильном камне, и которые, как там было, дыхание смерти знаменует возвращение жизни. Вот это вот оно, да, такая буйная жизнь. Да, а здесь та же самая надпись, просто она разбита на отдельные картинки, и я эти буквы я использовала и Ромины фотографии, и то, что сама находила на кладбище, рисунки какие-то, орнаменты, какие-то элементы, украшения, там же старые могилы очень богато украшены, и это когда в чем-то это традиционные какие-то еврейские украшения, ну там розочки, например, вот как здесь на букве ламет, они розочки, они такие, это такая часть, которая сама вот эта розетка, она встречается часто на еврейских захоронениях, неважно каких, что западных, что восточных, вот, а какие-то это просто сецессион, это самый сразу перекличка, да, идет, конечно, с Веной, да. Конечно, да, и а какие-то еще про что-то они стилистически все очень разные. Но при этом орнаментальная перекличка идет прекрасная. Ну да, потому что да, я уже могла держать в голове Ромину часть выставки, потому что фотографий к тому моменту уже было очень много. И да, конечно, я их учитывала. Фотографий много, и вот что я думаю, если мы будем дальше медленно так идти, мы не успеем, а у нас еще есть куда. Пошли. Сюда. А, в тень не ходи в тень, говорят. Так, хорошо. Издалека придется, не ходи в тень. Так я издалека плохо вижу. Потому что вот тут опять идет такая параллель картинок. Ну, это, по сути, продолжение. То есть... Ну, это изысканный рельеф панды. Мы его используем как можем. Это называется «обыграли». Да.
А мне очень нравится это решение с разорванной работой, которая как бы вот здесь вот половина или две трети, и там еще кусок. Ведь это же одна работа. Да, это одна работа. Это потому, что это круг. На самом деле, вот мы смотрим, это прямая. На самом деле, это круг. Просто в другой топологии. Просто в другой топологии. Да. Ага, окей. Окей, буду совершенно иначе воспринимать родное пространство. А слева работа? Ну, вот две работы, которые дали, собственно, название выставки. Вот, Wartraum. Да? Ну, Wartraum – это как бы то, где… Ну, зал ожидания, да, вот. Если переводить. Это то, где мы все находимся на самом деле, да, потому что если кладбище – это дом вечности, да, то мы находимся в зале ожидания, да, перед домом вечности. И, собственно, вот этот вот фрагмент – это фрагмент, это такой застекленный коридор, изумительно красивый, когда туда падает солнце. Вот. Я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь садился там на этих скамейках. Вот, но образ пришел мне в голову совершенно неуместный. Это разговор Дамблдора и Гарри Поттера. На вокзале, вот. Квази-вокзале. Да, на что тебе это напоминает? Вокзал Кинг-Кросс. Ну, вот мне это тоже напоминает вокзал Кинг-Кросс. Вот, ну что делать? А я теперь буду думать, когда буду сюда приходить, что я в зале ожидания, причем круглым. Ну, все из-за вас. Пошли дальше. Осторожно, здесь камера на три ноги. Так. Обходите. Ну, это, собственно, опять же, то, о чем Майка говорила, вот, про заплетение всяких разных форм жизни. Вот, это. Надо сказать, что все большие работы, которые здесь есть, это тоже довольно, ну, отдельная серия, да, она снята на однолинзовый объектив, монокль. Вот, и она сделана как такой мягкий выход, да, мягкий выход из тяжелой темы. Вот Антон Адасинский научил меня искать мягкие выходы всегда из самых-самых тяжелых тем, вот, и я этим теперь пользуюсь. А тема для тебя тяжелая в итоге? То есть, несмотря на то, что ты так долго в этом, и оно, наверное, стало куском тебя родным, все равно все еще тяжело. Ну, это как бы... Ну, это не та тяжесть, да, которая тебя к земле придавливает, но просто, ну, мысли не обязательно же радостные всегда появляются у тебя на кладбище. Ну, не, ну, это просто вопрос, потому что у меня иногда бывает, что просто я, не знаю, могу расплакаться там, или, а при этом, ну, вы сейчас часто туда ходите, ну, или ходили. Наверное, расплакаться я все-таки так вот... Не знаю, не пробовал. Подожди, а ты попробуй. Знаешь, нет, это же не специально происходит. А вот, но тема все равно, не знаю, ну вот мысли мрачные все равно бывают. Ну, давай, ну что делать? Мягкий выход из сложной темы. А дети ваши еще ходят туда добровольно? Или вы уже их туда не... А дети, мне кажется, один единственный раз там были, то есть если они... я не ошибаюсь. Неправда больше. Но, во всяком случае, вы их с собой туда не таскаете, потому что тоже было бы интересно спросить присутствующих детей. Не имеет смысла. Дитё одно, которое за камерой показывает нам красивые жесты. Да, накрашенные ногти. Это как раз те самые... Да, это та вот часть военного захоронения. Вот. Ну, опять же, да, тот же инструмент, как и на следующем кадре, монокль. Вот. И, следующий кадр? Да, следующий кадр. Как-нибудь, может быть, показать картинку, но не то, что внизу? Ну, не суть важно, да. Да. Вот. Ну, это тоже там вот военное захоронение и разные его фрагменты. Вот. Ну, тут особо нечего рассказывать, просто мягкость объектива, да, такое очень... радостное солнце. Вот. И по весне, конечно, это выглядит фантастически. Ну, вот этот кадр сделан весной. Угу. Вот. И он, ну, я не знаю, по-хорошему, конечно, его надо было тоже еще больше делать, потому что ну, вот он как раз вот это вот прорастание травы, прорастание, там такая смесь удивительная трав и цветов диких. Ну, это... Очень оптимистичная, на самом деле, картина.
Вот. И все заканчивается опять в зале ожидания, где и начиналось. Да, так и есть. Отсчитывающее время. Такая картинка. Ну, там, конечно, эти вот часы, они удивительно, они все-таки это ощущение подвешенности самих часов. Нам, причем, наверное, надо повернуться, кстати. Да, подвешенности все-таки к, ну, можно сказать, к небу. Вот. Несмотря на то, что они там держатся за стену, но все равно вот у меня абсолютное ощущение того, что они висят в воздухе. Вот. Ну, и я как-то долго довольно возился с тем, чтобы вот появилось это ощущение подвеса. Вот. Не знаю, удалось мне или нет, но я так как бы это вот вижу. На мой взгляд, удалось. Каждый раз, когда появляюсь там. Вот. Ну, в общем, да, это, наверное, все. Это прекрасное все. Смотри, нам удалось не упоминать ни Беньямина, ни Зонтак, ни Барта. О, это очень удачно, на самом деле. Да, в общем, мы просто молодцы, мы справились, да, потому что это было сложно. Да. Вот, нам удалось поговорить обо всем и, надеюсь, показать. Что важно? Важно знать, что выставка эта у нас теперь будет висеть до той поры, пока мы не откроемся и пока хоть какое-то количество людей нельзя будет запускать в панду. Потому что слишком жалко будет, если ее не увидят. Если ее не увидят по-настоящему, глазами близко и далеко, и не походят здесь, и не ощутят всю круглость нашего зала ожидания. Вот. Ребята, спасибо большое. Вам спасибо. Покажем еще раз ролик, который был в начале, в этот раз с музыкой, да, со звуком. Со звуком, потому что там совершенно изумительную музыку написал Дима, наш сын. Вот. И это, Дмитрий, конечно, Якимов. Да-да-да. Он уже другой вот. Палец показал. Да, он... Он еще и нас снимает. Не, на самом деле это реально потрясающе, потому что он попал вот точно в то, что мы от этого хотели. Вот, так что, Дима, огромное спасибо. Что разматывается? Рассказывали, мы об этом говорили. Да. Ты был сосредоточен, наверное, на чем-то другом в тот момент. Вот, да, огромное спасибо любимой панде. Ой, спасибо Лимуду. Вот, да, спасибо Лимуду. Спасибо, да, Лимуду, это... Лимуд, спасибо вам большое, потому что без вас не было бы этого всего. Точнее, нет, фотографии это точно были бы, и рисунки были бы, но мы бы не смогли провести нет, это прекрасное рисунки, событие. Нет, рисунки, кстати, нет, рисунки на самом деле делались под эту выставку непосредственно. Вот, то есть, тогда еще одно спасибо. Да, да, да. Огромное спасибо Лимуду. И на самом деле проектировали мы эту выставку как бы исключительно под пандовское пространство. Вот, и поэтому за выставку огромное спасибо Лимуду, огромное спасибо панде. Вот. И, Светка, огромное спасибо тебе, конечно. Мур-мур-мур. Есть ли что-то, о чем я вас не спросила? Есть ли что-то, что вы хотели бы обязательно сказать, а я об этом не подумала? Да. Мы отдельно как скажем, вы? Когда будет возможность посетить выставку. Вот, да. И я надеюсь, что это будет скоро. Мы все очень этого ждем. Мы тоже по всем вам скучаем. Вот, до свидания. Ролик. Да.